Сотрудники Кокшетауского управления по чрезвычайным ситуациям начали разъяснительную пропагандистскую работу на дачных участках по Зериндинскому шоссе. В этом году на этом участке произошел пожар. Житель Кокшетау Юрий Кучумов является владельцем одной из них. По его словам, такая разъяснительная работа крайне необходима, так как при несоблюдении правил пожарной безопасности ущерб будет колоссальным. В последнем мере пожарных лет 15 у нас пожаров не было. А в этом году вообще большая профилактическая работа проводится, во-первых. Значит, специальная машина приезжает, предупреждает, особенно весной было, чтобы не жгли мусор там и прочее, не разводили открытый огонь. Ну, это большая работа. Потом ребята вот с пожарной школы обход делают, особенно субботу-воскресенье, когда людей много там, что-то там это делают, предупреждают. У нас вот есть наглядная агитация очень большая. Как известно, в жару степные пожары усиливаются. Опасность, исходящая от стеклянной посуды, оставленной под палящим солнцем, также велика. Во время пребывания на даче запрещается разводить костры в ветреную погоду. На каждом дачном участке должна быть вода в 200-литровой бочке. Нельзя оставлять остатки табака и разжигать огонь. Разжигать огонь нужно в специальной емкости. При несоблюдении мер пожарной безопасности нужно привлекать к ответственности. В других местах отдыха также следует соблюдать меры предосторожности. Представители службы ЧС предупреждают, в жаркие и ветреные дни разведение костров запрещено. Сжигать мусор стоит в специально отведенных местах. Сания Кубжасарова, Аблай Балтабаев, Махпал Айбабина, Бауыржан Смагулов, Кокши Ахпарат.